Благотворительная акция в пользу бездомных животных прошла во Владивостоке во время хоккейного матча между «Адмиралом» и «Амуром». Спортсмены вышли на лед не только для того, чтобы побороться за лидерство в турнирной таблице, но и для привлечения внимания общественности к вопросам охраны и защиты животных. Акция была организована администрацией Владивостока в рамках проекта «Животные города В» совместно с хоккейным клубом «Адмирал» и фондом «Умка». Мне кажется, чем чаще мы будем проводить подобные акции, тем больше люди будут откликаться. Потому что данный проект, он все-таки рассчитан на то, чтобы объединить неравнодушных людей, объединить все фонды. Так неравнодушные болельщики «Адмирала» принесли и оставили фонду около 500 килограммов различного корма. Это люди самых разных возрастов, от малышей до их бабушек и дедушек. Ну, увидели в интернете акцию, решили принять участие, потому что постоянно принимаем участие в таких акциях, тем более по дороге на хоккей очень удобно. Что принесли? Принесли корм для собак и кошек. Илюша, ты сегодня что-то принес, какой-то корм? Да. А что принес? Корм. Собаки или кошечки? Кошечки. Администрация города активно сотрудничает с зоозащитниками и реализует целый комплекс мероприятий, направленных на формирование гуманного отношения к животным. Нам бы очень хотелось, чтобы каждый человек осознаннее относился к бездомным животным, делился своим добром, теплом, и все вместе, я думаю, мы сможем намного больше. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на восьмом.